князь сказал, что это логово царя рыбы. И при этом еще... Ах ты ж, сука, вот надо было тебе спину именно мне плюнуть, а? Орден электроборцев? Что? И тела висят. Нормально. И что здесь этих он видел до хрена? Их его. Вот этих, как его, обезьяноподобных мутантов. Правильно называть, я даже без памяти. Кузь, видишь, ты как же неудобно на этой лодке ездите. О, большой зал. Я охренеть. Опа. Одного вижу, двоих вижу, троих, четверых, пять, шесть, ё-моё, здесь реально до хрена, тела висят какие-то, смотри, а вон дрезина, не может. Еще и демоны наверху летают, здесь смотрят. Вот и берег. Офигенно. Динамит, спасибо. Амет. Хозяин домой вернулся. Чё-то мне кажется, прогулочка по его логову не будет такой легкой, как кажется с первого взгляда. Кидаться, наверное, будет она встречу типа в этом духе. Господи! У меня есть для этого дробовик. Шиби сейчас еще в воде этих скотин. Опасаться, блин. Еще попасить надо. Он не вылезет, блин, это, конечно, шумить бы не вариант. Человек лежит. Опа, а вот и ключик пригодился заветный. Этого мне дали. О, ну-ка, человек, скажите. В основном накапливается выйти, и вследствие этого... Опен вы! Опа. ...патологии развития в молоде моллюсков и ракообразных, приводя к их быстрой гибели. Однако мальки сама в опытном резервуаре за время эксперимента нисколько не пострадали и, напротив, по темпам роста превзошли контрольную группу в 4 раза. На биологические виды рыб вещество, похоже, практически не влияет. Окунь и плотва показали незначительное эти повышение темпа роста без негативных эффектов. Эти ублюдки вырастили этого сама сами. Нормально, да? Ради интереса. Давайте вырастим гигантского сама. А что может пойти не так? У нас здесь кладбище, что ли? Церковь царя Водяного. Какие у нас там? Интересно, интересно. О. Опа, что-то есть. Что-то на калаш хорошенькое. Нет. Вариант. Лучше пулеметный
везде поставить. Патроны бы, конечно, скрасить. Церковь царя водяного, обитель Силанти, орден электроборцев. Какие-то письмена, блин. Блин. Походу, придется в обход идти до всей этой локации. Я сказал, что все будет не так просто, как кажется. О, удобно. Пошли, дамы и господа. Зэк. Уже? Быстро ты сажаешь его, блин. Он так... Что, в предыдущих частях такого не было? Ну, нет, в смысле, он сажал, но не так быстро был. Я уже забыл просто. Да ё-моё. Стоит. Ой, чуть не разбился. Сохранение. Ай! Зачем? Сколько шума? Этой скотине точно это не понравилось. Опа. Как я, а? Отправил его в полет. Так-то здесь можно с фонариком ходить, но с ПНВ как-то легче будет. Из воды вылазить, смотрите. А что здесь грунт? Ох ты ж, скотина, успокойся! Что он делает? Ублюдки тупорылые! Что вы делаете? Артём, быстрей! Его нахрен, выплывай, пожалуйста! Быстрей! От берега, отбеги! Отбеги, блин! Артём, прием! Твой сигнал пропадает! Знаешь, это... Там, где вы знали, что это написано страшное дело, экранирует! Поверь мне, то, что здесь связи нету, мне как-то пока мало волнует. Здесь у нас... Тупые придурки, блин, провоцируют сама кидаться на объекты. Тоже по телу сейчас пошел. Это устойчивая позиция или нет? Нет, не устойчивая. Он уже так и на меня может кинуться, по сути. Как нехрен делать, если честно. О, опа. Уважаемый. Уважаемый, лег отдохнуть. Если я к нему в воду упаду, и точно это, короче, без... Артём уже точно не вынырнет. Я не мой, отстаньте от меня. Выдохнуть уже должно быть, что я не мой. Еще какой тварь стоит. Блин, тихарь заморался.
двигаться обратно. Лишнего шума здесь нет. Ты еще это спровоцируете. Вообще весело будет. Вот это не нужно. Еще раз стоит. Слышь, пока мы успокоились. Реально где-то дохрена, да и столько интересно. Даже как здесь вообще ходить? Можно на ту сторону перебраться, может не спать. Давайте пока типа ресурсы бедва пытаемся. Крупецких много. Там очень много. Здесь столько. Стащили сюда все, что только нужно. Там лежит тело, и там вижу три гриба. Я то не пойду нахуй. Себе дороже. О, он уплыл. Зашибись, живем. О, можно так делать. Не, ну это наверх, я не пойду туда. О, можно успеть собрать ее. Вы же не встанете, да? Ой. Успокойтесь вы, я знаю, что связи нет, я что могу сделать? Обратно заплыл, да? Скотина. Да, ну, она сейчас вынут может на меня. Тихо, тихо. Какой же ты живучий, бля! Бля. Да ё-моё, бля. Ай, да пошли вы нахрен. Опа. Мама. Хрен, забирайся, пока он не передумал. Санище гребаный. Опа. Уважаемые. Да. Сколько можно заряжать, ну серьезно. Опа, еще один идет. Быстро сажает зарядку. Что-то хвост я увидел. Ого-го-го. Иди-ка ты нахрен! Не всплывай. Не всплывай, зараза.
Я не хочу с тобой дружить. Быстренько побежать в ту сторону. Давай, 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 давай. Там туп лежит. Нет, жадность, жадность. Жадность. Все, все. И вали наверх. Главное, чтобы нас не сожрали. Все не важно. А тут рычага нет, да? И что? Ради грибочка сюда спустился? Эй, поднимайся обратно! Поднимайся, Артём! Блин! Давай, залезай! А, вот здесь таким образом, с удовольствием. Ведь он их жрет. О, как мне повезло. Не возвращайся. Артём! Опа, жена уже. Дома! Живой, дорогая, не переживай. Живой. О, я уже на выхожу. Опа. За дверцу туда. О, открыли все. Один электроборец, один электроборец. Один электроборец. Офигеть! Охренеть! А это что? Чего? Ой! Не понял. А вот тебе скотина. Я тебе сказал, что я тебя. Ой, господи! Артём, стреляй! Ох. Охренеть. Точно сдох, или мне кажется, что он дышит? Что-то мне кажется, язычники мне этого не простят. Может, не стоит его убивать? Опа! Типа, они мне потом на концовку не скажут становиться? Опа! Ай, да, пойти на место. Наклеечки.
фотография и кончики. А завод сидение. Опря! Свет! Уа! Поехали с комфортом! Ты что, дни что ли или что? Он даже заправлен, да, я понимаю? Живой, живой, дорогая. Ну я не мой, не переживай. Я не мой, не переживай. Как долго связи с тобой не было? Спереживалась на все. Папа, ну хватит уже. Артём там, небось, не загорал. О, дай-ка этому старперу по башке, женушка. Достал, не переживай. Да, слышу, тарахтит, родная. Ага. Что? Теперь тебе к лукономойке надо. А-а-а, зараза. Народец, там нефть не взял. Поехали, я понял, здесь был, в чем был. Когда ты жена, что ли? Так что, если все, то и как говорится. Ха-ха. Айда, на ходу. Опа. Эй! Эй! Стопы, блядь! Я не понял! Ну-ка, подожди-ка! Подожди-ка! Эй! Серьезно, подожди-ка! Не понял! Эй, блядь! Она уехала обратно, блядь! Зараза, блядь. Вон она едет. Ой, да и пошел ты, блядь. Она уехала обратно. И, кажется, брезалась. Надо же. На ходу решил вспыхнуть. Уехала. Ну его нахуй, говорит, такого хозяина. Что вы, говорит, такой человек мной управлял? Извини меня. Извини меня, пожалуйста, заведи такой. Ты же не в обиде на меня, правда? Вот это мне вообще не ожидал, что на обратно уедет. Поехали. Она так и сказала, ну его нахрен. Я, говорит, не поеду с вами, куда вы там собрались, блин, не на Ямантау. Я, говорит, здесь останусь, блин. Царь рыбой буду поклоняться. Бывает, окажется, в людях. Резина сама может от тебя уехать. О, другое дело. Впереди баррикада. На таран. Ускориться может догнать? Нет. Ну давай, Аллах Акбар. Ух ты ж. А нет, не заглохло. Я думаю, заглохло. Все, хана, думаю, приехали, сейчас креста будем сейчас тащить. Сейчас чихну. Извините. Опа. Ты что, так просто прицепился, что ли? И так сразу налево. С какой всякой развилки. А вон там баллоны были для этого.
колонки, вентилятор висит, чаек, чайник висит, радио, с комфортом передвигался собака, сумки там всякие. Да. Впереди вода, поедем, нет? Заглохнем. Должны. Надо какую-то собаку себе в машину. Сифоновым здесь. Тю-тю-тю-тю. Давай каким его собьем. Бой. Походу разбили. Давай эту тоже. И эту тоже давай. Это не сбили. Еще не кидаются. Ну и говоришь, волк у нас все будет. Конечно. Артем, видим тебя. Молодцом. Давай сразу ко мне. Караван торгов. О, видите, хорошо, что расследовал как до этого. Так вот, дело собираемся валить с этой локации уже. Уже собираемся валить. Курить запрещено, и пучок сигарет лежит. Банк сидит. О, наш уже встречает. Лагерь свернули, смотрите-ка. Все. Да, приехал. Вот это да! Дядя, а Артём, я вас сразу увидел потенциал еще на глушилке. Ах, хороша! Принёс же. Сразу видно, холили. На, держи. Мишка? Мишка, ты вернулся! Ты просто герой, Мишка! Мама, Мишка вернулся! А что сказать надо? Ой, спасибо, дядя Артём! Большущее! Господа, да не за что. Чё, Ермак, готовь вагон к отплытию. Чё скажешь, дед? Мы тут заждались уже все. Ну? Аня сильно переживала. Я не удивлен. А я ей говорю, Святослав Константинович его не зря посылает на самые трудные задания. Доверяет. Либо избавиться от зятя хочет. Артём, поднимись в рубку, дело есть. Так точно, мой капитан. Спасибо вам огромное, Артём. У меня просто слов нет. Да нет, что. Спасибо, братишка. Ты настоящий мужик. Хоть пять бы дал, что ли? И я твой должник. Ладно, вообще, жену тебе нашли, блин. Артём, поднимайся быстрее. Так точно, ТТшник. Чё скажешь? Давай, давай. Батя ждёт. Там кто у нас? Толмут. Ну, здорово, герой. Здорово. Докладывай. Молодцом. Справился. А ты сомневался, что ли, во мне? Итак, вот наш план. Ваша группа захватывает буксир торговцев. На нем вы с князем и крестом отплываете к мосту. Пока крест отвлекает охрану, вы с князем проникаете в комнату управления и опускаете мост. По вашему сигналу мы тараним ворота, подбираем вас и... дай бог, все получится. Не могу дать вам с князем больше людей. По нашим данным, основные силы противника охраняют ворота. И, Артём, ты приглядывай за парнем, лады. Он, конечно, разведчик, что надо, но все лезет на рожон. Да знаю, я знаю. Так что подай ему. Воевать хочет, пацан. Будь потише там. Ты для него авторитет, а вы же спецназ, не танкисты. Удачи, Артём. Ну, спасибо тебе. А где крест? А, крест, наверное, крест же там. Ну, здоров, рейнджер. Чё скажешь, есть новая добавка? Чего-то я из-за тебя распереживался.
Старею, видать. Ну, в общем, все переживали. Анька тут совсем извелась, пока тебя не было. Артём, смотри. Я для тихаря улучшение приготовил. Так что можешь его установить для испытания. Верстак к твоим услугам. Чё, новые? Какую-то хрень сделал. Так, аптечки есть, патрончики есть. Они грязные, я сейчас сказал же. А, это магазин новый. Ну, пошли на... А, ну, улучшенный магазин дал. Ну что, брат, готов к последнему рывку? Готов. Удачи. И еще раз спасибо тебе. Да пожалуйста, держи от меня еще подарок. Это чего это? Оттуда с башни, что ли? Ух ты. Спасибо, братуха. Круто, спасибо. Да пожалуйста, братан. Не жалко.